Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня расскажу про новинки в магазине Fix Price и Galamart. Приятного просмотра! Снимаю в городе Челябинск. Я нашла новые топперы с разными надписями, и еще они отличаются по цвету. Топперы необходимо будет дособрать, подойдут на любой праздник, цена 55 рублей. Неожиданная находка Fix Price – это свеча в гипсовом стакане, причем свеча не с обычным фитильком, а с деревянным. Сделанная из парафина, цена 149 рублей, есть ощущение пыли. Перебрала все свечи, к сожалению, сами подсвечники не особо аккуратно сделаны. Декоративные фигурки Мишек Тедди, какие они милашки. Состав полирезин сделанный достаточно аккуратно, есть мальчики и девочки. Всего на выбор 4 варианта, 2 мишки сидячих и 2 стоячих, можно взять парочку сразу. Цена 199 рублей. Рядом расположились фигурки под названием «Счастье», здесь девочка и мальчик. Цена 149 рублей, на некоторых есть сколы, поэтому выбирайте, всего 2 варианта. Декоративная ветка «Ивушка», сама ветка здесь не очень длинная, а вот листья, которые свисают, приблизительно с метр. Когда их много, красиво, цена 199 рублей. Пополнение в садовых товарах – это луковицы гладиолуса, 3 штуки в упаковке, цена 87 рублей. Гладиолусы разных цветов, есть белые, красные, сиреневые. В соседнем контейнере расположились лилии азиатские, 69 рублей, в упаковочке одна луковица, цвета в ассортименте. Детские рюкзачки небольшого размера, есть ушки, цена 299 рублей, внутри качественно сделан, все швы прикрыты. Есть маленькая ручка, размер 17 на 8 на 23 сантиметра. Лямки здесь мягкие, сделаны лентами, регулируются. Нашла 4 варианта: панда, котик, лиса и желтая пчелка. Каждый милый. Мужские теплые высокие носки с резинкой, достаточно толстенький, до 45 размера, 33% полиэстер и 30% акрил. Цвета разные, за 149. Набор цветных карандашей в упаковке 12 штук, цена 59 рублей. Упаковки отличаются дизайнами, но я посмотрела, цвета одинаковые. Появились новые книги издательства «Кислород», цена 199 рублей. С мягкими обложками, возможно, не все выставили, но то, что выставили в этом магазине, я сейчас вам покажу. Бокалы для мартини от марки Паша Бахче, цена 99 рублей, стеклянные, 280 мл объем. Желтые салатники за 249, объем салатников 2 литра 400 мл, выполнены из фарфора, я помню, что ранее такие еще были боулы. Снова в продаже маленькие пластиковые салатники марка Фанкук, 430 мл объем, цена 13,70, много цветов. Есть еще такие же салатники, больше размером, 26-30, миски на 1 литр, из прозрачного пластика и нет. Салатник с волнистым краем, с изображением цветов, из опалового стекла. Объем 380 мл, 55 рублей, рисунки отличаются. Новые подставки для кухонных принадлежностей с разными отверстиями. Состав полипропилен, сюда и ножи помещаются, ложки, вилки, снизу отверстия, так что вода будет стекать. 249 рублей, так как в этой коллекции три цвета, то и вставки. Желтые, персиковые и розовые. Из этой же коллекции нашла формы для выпечки диаметром 19 сантиметров. Пирог получится вот такой формы, очень даже красивый. Цена 124 рубля. Силиконовая форма диаметром побольше, 26,5 сантиметров, цена 174,50. Для кексов или пирогов в форме кольца. Дополнили серию новых столовых приборов, шумовка, вставка из полипропилена на ручке цветная, 33 сантиметра, цена 62 рубля. По цветам есть серые, зеленые и бежевые. Цветные лопатки кулинарные 59 рублей, 21,5 сантиметра. И в таких же цветах есть кухонные ложки 22 сантиметра, цена 79 рублей.
толкушка для картофеля из новой коллекции. Честно говоря, мне кажется, очень тонкая ручка. Кажется, что можно погнуть. Цена 79. Рукав для запекания XXL 38 сантиметров на 10 метров. Цена 79 рублей. Бутылки для воды с надписями на английском языке. Матовое стекло, но какие-то царапины уже есть. Объем 345 мл. Сверху есть веревочка. Крышки черного и белого цвета. Первая надпись гласит: «Сделай это и шокируй каждого. Оставайся позитивным, лучшие дни уже впереди. Мечтай о большем и никогда не сдавайся». Надписи повторяются. Преддверный коврик размером 40 на 60 сантиметров. Мне кажется, такой коврик будет очень удобно мыть. Цена 249 рублей, на выбор 4 цвета. Заметила необычное ведро с цветами, матовое, 26 на 22 на 20 сантиметров, с блестящей окантовкой сверху. Цена 199 рублей. Есть желтые, красные и голубые. Ежегодная находка в магазине Fix Price – это поддон для обуви. Спасает в мокрую погоду. 70 на 37 сантиметров. По 116 рублей. Привезли боксы, 4 секции, но если вы сверху крышку снимете, то можно их сделать еще выше. Ящички вместительные, цена 299, серые и синие. Набор из 4 крючков на самоклеющейся основе, сделаны они под камень, металлические, цена 79. На выбор 3 цвета, можно подобрать под плитку в ванной, есть черного цвета, серого и зеленого. Я еще нашла пластиковые крючки, здесь в наборе уже 2 штуки, и каждый крючок двойной. На самоклеющейся основе, мне нравится, что они прозрачные, цена 59 рублей. Упаковка бахил, 50 штук, я когда-то купила Fix Price, и у меня до сих пор больше половины пачки, цена 79. Наконец привезли мешки для стирки нижнего белья, я знаю, что в магазине их спрашивали, но никак их не было в продаже. Цена 79 рублей за штуку. Мочалка из джута, она коричневого цвета, есть ручки, но не очень длинные, на мой взгляд, цена 79. Целлюлозная губка размером 7 на 11 сантиметров. С одной стороны, вроде и кажется, что есть жесткая поверхность, но сами по себе они мягкие. 59 рублей, 4 цвета. Тряпка для уборки размером 40 на 60 сантиметров, цена 79 рублей. Волнистый край, яркие они, пожалуй, только с одной стороны. Такие тряпки хорошо впитывают влагу и все с цветочным рисунком. Салфетки, они упакованы в коробку, которую можно использовать как салфетницу. 40 листов, 33 на 33, двухслойные, цена 99 рублей. Упаковки очень привлекательные, яркие, весенние. Когда те салфетки закончатся, можно приобрести отдельно яркие, 85 рублей с картой. Однотонные от марки Перо и с цветами. Бумажные салфетки в коробке от марки Плюш, двухслойные, 230 штук. Коробка привлекательная, цена 99. Мультибокс с крышкой, фиксируется на 2 клапана, есть ручка-переноска, стенки прозрачные, все замечательно будет видно. 18 литров, 349 рублей, есть меньше за 249. Влажное полотенце от марки «Солнце и Луна», размер XXL, гипоаллергенное, подходит для детей. 99 рублей, 42 штуки в упаковке, дизайн упаковок просто наимилейшие. Влажная туалетная бумага, большой плюс, есть клапан, в упаковке 120 штук. Это не XL формат, обычный, цена 99. Набор Organic Spa, маски антистрессовые для лица и шеи, 5 штук от марки Florissant. Маски бывают разные у этого производителя, но эти с вулканической глиной и маслом апельсина. Цена 79 рублей. У нас в магазине есть еще 2 варианта. Это маски против старения, омоложения и эластичность. И для тонуса и регенерации, лифтинг. Новый крем для лица Калина с ретинолом, с ниацинамидом. Производит это все компания Unilever, 70 мл, цена 79 рублей. И еще снова в продаже крем-активатор молодости с коллагеном и ниацинамидом. Для лица, шеи, области декольте, цена 79. Новинка — пирожные Тимы Конти, новинка, видимо, из-за вкуса, с клубникой и бананом. Также есть со сливочным вкусом, 8 пироженок за 99. Сдобные колечки апельсиновые, дымка, полностью усыпаны сахаром. Указано без пальмового масла, действительно в составе подсолнечное. 300 грамм упаковка, цена 59 рублей.
конфеты конфеста с шоколадно-ореховым кремом. Кстати, конфетки можно даже увидеть через упаковку. Вот здесь уже пальмовое масло привет вам передает. Цена 79. Ролтон горячая порция с курицей Цезарь, чтобы это не значило. Цена 39,50. В Галамарте появился стенд ко дню Святого Валентина. Посмотрим, какие здесь есть прелести. Невероятно большое количество кружек, 249 рублей с надписью «Любовь». Вот такие узкие кружки с сердечками красного и белого цвета. Белые почему-то стоят чуть дороже. Также есть кружечки белые с изображением парочек. Самые дорогие за 279. Подушки с сердечками, точнее это сидушки. Цена 349 рублей. Тоже, мне кажется, очень симпатичный вариант декора. И в поддержку есть еще пледы серого цвета с белыми сердечками. Размер 180 на 210 сантиметров, 100% полиэстер, 1000 рублей. Очаровательная чайная пара, кружечка необычной формы и блюдце с мишкой. Цена не самая бюджетная, 749 рублей, но всегда можно дождаться скидок. Две расцветки и продается все в коробках. Прихватка с сердечками, цена 199 рублей в форме варежки. Есть набор за 299, здесь опять же в форме варежки и еще квадратная. Надпись «Любовь – это ты». Поддержать всю эту сердечную тему можно вот такими салфетками настольными за 149 рублей. Смотрите, какая забавная игрушка. Можно подумать, что мишка, но ушки заячьи. Цена 649 рублей. Привлекательные белые тарелки, цена 219 рублей. Специально разложили вот такие камушки, конечно же завораживает. Мягкие сердечки, это магниты. Ты чудо, цена 100 рублей. Можно легко пропустить еще одну находку, это пробка для бутылки, тоже с сердцем сверху, 119 рублей. А бокалы с сердечками, набор из двух штук, за 300. Белый плюшевый мишка в симпатичном свитерке, 649 рублей. Свитерки отличаются по цвету. Блюдо-минажница, хэштег «Готовлю с любовью». Цена 299 рублей. Сантиметров 19 на 17. Даже есть трафарет для того, чтобы на тортиках была красивая надпись. Цена 49 рублей. Сердечки еще есть с розами. На входе вас ждет упаковочная бумага разного цвета с изображением сердец. Цена 100 рублей. Пакеты небольшие. «Ты в моем сердце». 69 рублей. Но пакетов здесь много. Даже большие стоят адекватно. 59 рублей. Небольшой блокнот-тетрадка счастливого человека. 48 листов. Надпись «Самый лучший день». 89 рублей. Очки-сердечки 189 рублей, много брелочков. Залипательное сердце с жидкостью, блестками внутри 249 рублей. Они еще и отличаются по цвету. Рядом не менее симпатичное сердце, оно объемное, как будто бы вязаное, но пластик 249 рублей. Есть из такого же материала мишки, а на этой стойке зайчики за 199. Блокнот формат А5. 80 листов, надпись «Следуй за своим сердцем», цена 179 рублей. Какие очаровательные гномики. Наверное, это тюльпаны в руках. Новогодними гномиками не удивить, а такими. Только дороговато, 799 рублей. Мишутка в подарочной коробке, шапка с ушками на нем, цена 999 рублей. И шапка есть еще панда. Такие ящики я недавно показывала в обзоре Галамарта, 499 рублей. И подарочный набор тоже. Подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать все самое интересное. А вот такие коробочки-сердечки были похожие фикс прайс. Набор соль и жемчуг для ванной. Цена 149 рублей. Упаковки отличаются по цвету. В подарочной коробке также есть мыло в форме роз, 299 рублей. Очень реалистичное. А для упаковки вам могут понадобиться мини-коробочки-сердечки, 129 рублей. Можно выбрать рисунок, который вам больше нравится. Рядом шкатулки за 199 рублей. Открываются они просто. Внутри даже есть выдвигающаяся деталь и сверху зеркальце. Свечи для создания романтики в квартире, 199 рублей. Сердечки. Есть еще вот такие чайные свечи, они дешевле. Свеча в форме мишки, или мне кажется, или стоила в прошлый раз дешевле.
свечи, красные столбики, сердечки. Цена 259 рублей. Это все парафин. Максимально непривлекательный, на мой взгляд, подарок — роза. Хоть это и мыло, но можно было бы придумать что-то и покрасивее. Цена 59 рублей. Набор подставок под горячее, топперы с сердечками и валентинки. 19 рублей дороговато, фикси они дешевле. А это мешочки подарочные за 119. Косметички с сердечками, цена 79 рублей. Есть еще и с тематикой Парижа. Большие косметички за 199 и копилки за 149 рублей. Жестяные банки с отверстиями. Есть копилки поинтереснее, но и дороже, 399 рублей. Это коровки. Жалко, что у них рисунок не сердечки, было бы в тему. От 99 рублей есть коровки, которые необходимо еще собрать. Они не очень плотные, но тоже подойдут для небольших подарков. Как же без шариков праздник? 79 рублей, разноцветные. Набор из 5 шаров. За 69 черные шары с надписями. Это больше подойдет на 23 февраля. Есть розовая тема. Возможно, все эти товары можно найти на Сималэнд, так как у них есть отметки. Ложечки сувенирные, хотя, наверное, ими можно будет просто пользоваться. 169 рублей. Надпись «Любимый муж», «Любимая жена», а здесь «Мой, моя». Я застала пока что небольшой стенд к 23 февраля. В основном здесь термосы, есть еще кружки, термокружки в коробках. 229 рублей. Дизайны у них отличаются. Зеленого цвета, с какими-то животными, с флагом. Корзинки для хранения 38 на 23 на 10 сантиметров. Цена 449. Рядом размером 25 на 20 с блеском. И есть еще вот такие овальные. Но мне кажется, они не столь удобные. Прозрачные, зеленые, коричневые. 400 рублей. Корзинок для хранения много. Есть и маленькие, и большие. Сейчас похожие продаются фикс прайс. Но здесь, если вы посмотрите, намного больше выбора именно размеров. Заметила полочки для ванной. И примечательно, что они прозрачные. Две полочки, где это 26 на 30 сантиметров. 1299 рублей. Тройная в высоту 45 сантиметров. Для девочек привезли наборы кисточек для макияжа. Они такие очаровательные, но синтетические. Зато цена очень приятная, 99 рублей. Рядом не менее прекрасный набор, но за 299. Любители брошек, думаю, оценят такую прелесть. Это стрекозки. Крылышки словно стеклянные. Цена 199 рублей. Есть еще феечки. Невероятно нежно выглядят. За 59 рублей набор спонжей. И еще одни спонжи, только это лапки. Интересная у них форма. В упаковке 2 штуки. Цена 119 рублей. Смотрите, какие еще здесь брошки есть. Это птички, бабочки. Цена 199. Набор — это кружка 300 мл и миска пол-литра. 429 рублей. Задумка, безусловно, интересная. Но вот только навряд ли кто-то будет так хранить посуду. Обалдеть, какая новая серия с тыковками выставлена в Галамарте. Масленки, чайнички, кружки. Я надеюсь, цены вам хорошо видны. Банки под сахар и даже подставки под ложку. Напоследок покажу вам набор прихваток за 169 рублей круглые, также продаются отдельно. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам чудесного настроения, хороших покупок и пока-пока!